Куда идем? В какую сторону? Алексей. Прямо. Ага. Сюда пойдем? Да, вот, конечно, Стокгольм поинтересней. Мне кажется, Осло. Что? О, шикарная улочка. Да. Мы здесь пойдем или... Алексей. Давайте здесь. Хорошо. Иди сюда. Ты говоришь, там где? Нет, ну здесь. Ну там некрасиво. Как здесь некрасиво? Не уйдешь. Мне ага. Интересно, это все очень дорого. В смысле? Что, дороже, чем... В Босло? Не, ну дороже, чем Босло. Кто это? Олаф Петрик. Ученый какой-то. Ну, у них шапки не такие тяжелые. Вплотную подойти там и моют самое. Ну только близко не подходи. Слушай, смена караула, кажется, нет? О, Алексей, они что-то заорали, может, смена караула? Конечно. В Советской Армии их бы научили ходить и ногу держать. И... Конечно. Оля, я потом покажу вам. Потому что, Оля, вы будете смеяться, я обучаю.